12-й международный конгресс – традиционное событие для нашего университета. Ежегодно в нем участвуют студенты из 10 вузов Челябинска и гости из Германии и Казахстана. Тематика конгресса 2013 – 7 цветов успеха. Название выбрано не случайно. На конгрессе именно 7 ключевых мероприятий, каждое из которых символично окрашено в свой цвет. Программа проходит в 2 дня. Первый день начался с торжественного открытия конгресса, к которому присоединился ректор ЮРГУ Александр Шестаков. То, что здесь собрались молодые люди, которые хотят продвинуться в этом направлении, обменяться идеями, показать себя, это очень здорово. Первое мероприятие конгресса – научно-практическая конференция. Тема выступлений – рекламные и пиар-проекты в политической, социальной и других сферах. Студентка ЮРГУ Анастасия Габаева защитила проект «Игры победителей». Работа над ним заняла почти полгода, а накануне успешно завершилась. Мой проект связан с детьми, которые перенесли онкологические заболевания. 2 марта 2013 года мы провели спортивное мероприятие для них на базе ЮРГУ. Я считаю, что проект сам завершился довольно успешно, дети остались довольны, это самое важное. В рамках конгресса прошел конкурс фотографий. Работы участников показывают специфику и особенности различных профессий. Голосование зрителей за лучшие фотографии проходило прямо на выставке. Выставка «Коммуникативная радуга» показывает все оттенки профессий. Любой желающий может прийти и проголосовать за понравившееся фото. Отдельная секция конгресса посвящена специальному конкурсу Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области. Участники создавали проекты с использованием баннеров, комиксов и мультперсонажей, которые направлены на мотивацию налоговых выплат. Студентка ЮРГУ Ирина Завалеева вместе со своей напарницей создали проект под названием «Налоговое это». Нами разработан был проект «Love is», который мы интерпретировали в проект «Налоговое это». Он заключается в том, что мы хотим сделать систему налогообложения в более мягкой форме и интересной. Поэтому мы создали серию плакатов «Налоговое это», в котором рассказывается, куда тратятся наши налоги, расходуются, то есть, там, допустим, на пенсионное обеспечение, на детские праздники и так далее. Наши граждане должны знать цель, для чего предназначены налоги, да, чтобы у них была вот положительная мотивация, чтобы они в полном размере уплачивали налоги, чтобы наша с вами жизнь была прекрасной. Результаты выступлений и награждения участников пройдут во второй день конгресса. Также на нем студентов ждут мастер-классы и деловые игры.